С праздником десногорских огнеборцев поздравили глава города, временно исполняющий обязанности заместителя директора Смоленской АЭС и депутаты. Дорогие ветераны и сотрудники пожарной охраны, сердечно поздравляю вас с Днем пожарной охраны России. Противопожарная служба – это мощная оперативная структура в составе МЧС России. Она выполняет многочисленные и сложные задачи. Благодаря мужеству, отваге и профессионализму работников пожарной охраны сегодня мы уверены в своей безопасности. Благодарю вас за ежедневный радный подвиг, за мужество и преданность в профессии. Спасибо вам за ваш нелегкий, но очень важный и благородный труд. Вы наравне с работниками Смоленской атомной станции обеспечиваете безопасность важного государственного объекта Смоленской атомной станции. От ваших правильных, умелых и компетентных действий, знаний зависит жизнь десногорцев. Особо отличившихся наградили медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами. Поздравить ныне действующий состав с праздником пришли и ветераны. В этот торжественный день хотел бы поздравить особо, конечно, ветеранов, которые многие-многие годы своей жизни отдали эти службы. Несмотря на те тяжелые времена, которые были и которые остаются, они продолжают, в принципе, все свои силы отдавать этому делу по возможности, естественно. И вот для меня тяжело разделить ветеран и не ветеран, потому что все то, что вы делаете, это все на сегодняшний день я понимаю, знаю, вижу и, наверное, принимаю участие в каких-то делах. Поэтому еще раз, ну и себя, естественно, поздравляю с этим профессиональным праздником. Удачи вам! И чтобы те события, ЧС, как называют их, обходили вас стороной. Противопожарная служба представляет собой надежную, сплоченную армию профессионалов своего дела. Даже в свой праздник люди этой отважной профессии несут боевое дежурство. Ведь у трагедий нет расписания. И, как правило, случаются они в тот момент, когда их совсем не ждешь.